Черную метку, черную... А, на севере там. На другом конце города, да. Тачку сюда. Отвезешь, справишься? Да, да, сейчас. Все. Она с... она без колеса ж. Хард. У нее ж колеса нету. Ну, я понимаю. Можно поменять, если запасной здесь есть. Просто там долго будет. Ну что, сняли колесо? Ну давай попробую, ну-ка погоди. Какие у тебя есть места в ноги? Нет. Ну я же. Все, забейте, таскать. Идите, прячьтесь. Так, я АФК пару минут срочно. Шатан, там тебя просят помочь, ты просто сразу езжай и быстренько отвози к Беркутам и возвращайся обратно. Свободно, можно воспользоваться? Мне надо быстренько отвезти Беркутам. Короче, я понял. Хард, мне помочь или нет, или ехать к Беркуту? Нет, продолжаешь езжать к Беркутам, возвращаешься понял. Обратно. Вижу, пехота по мосту бежит. Блядь, все же там бы сейчас пригодился, конечно. Машину доставил, возвращаюсь. Давай, еще побыстрее на нулях там. Левее, ГС, левее. Панам. Блять, убил кого-то. Хардки. Че, хардки убил, ну закуси. Да. Шатан живой? Бегу к вам. Пехота, вижу, бегает. Бэха меня западом обижает. Это пошел. По мне синие уже стреляли, дал метку. Дал метку, тут дымы. С миномета заслали. Они уже у вас в спине. Моя красная метка. Они на моей, я отхожу.
Тут тоже враг дал метку. Метка Беркута. Меня пиздят. Меня спалили. У тебя на втором этаже был мать. Ты чё, БХ едет, блин? Ранен. Блять, хуёво. Урод, нихуя не слышу. Ну, я тоже. Еще что-то едет. Б-3. Вот я опять выпущен. Он с запада. Да. У тебя на западе мухлы. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.